Не, вот так вот лучше, потому что вот там будет. Да, да, давай еще, еще. Все. Бас. Да, 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 да. Вот так, да. Нормально? Вот так, да. Да, вот так. Границы это тоже, да, привязали? Да, да. Ну, тут дети не рули, не играют. Да. Там пускай, да. Надо туда больше. Да, вот, да, да, да. Леша, туда это под ноги. О, вот это есть. Да. Туда, да? Давай вниз. Да. Это вниз. А если тогда можно было зато не сразу. Хорошо! Сколько? 2 рублей бери! А в деньгах это сколько? А там кто? Вот я просто не вижу. А это наши земляки, только младшие. Потому что там у нас взрослая команда, а там детская. Угу. Симрюка. Это она. Центр развития детско-юношеского туризма Симрюкский. Мы рядом с ним. На место приберегли. А это чья палатка? Это продуктовая. А. Здесь у нас будут лежать наши продукты и инвентарь. И смотрите мне. Ничего. Стой. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Виталия, а, ну давай тут. Главное, чтобы дети не видели. Как ее? Грамота мне за. Грамота. Еще не заработала, еще тент сверху. Так. Исправление собственных ошибок. Ну, люди исправление хорошо. Ошибок. Работа над собой, это приветствуется, конечно. Все. Так, смотрите, вот она стоит неровненько, надо ее выровнять. Потому что она прошла уже 7 лет походов, конечно, уже. И Крыму. И Крым, и Кры, и в Крыму была, да, да, да. Точно. А я в Крыму. Леночка, продукты сюда, Лен. О, попадает тут тоже. Подожди, здесь нет. Давай, давай, вот она, Лен. Не сидя чуть-чуть. Во. Не попадай. Вот Виктор поднял. Спасибо за зарядки, да? Да. Так, Сережа, я коврики желтые, синие расстилаю. Да, и вот в сумке, смотри, вот в этой спальне здоровой. Его надо на них расстилать. Так, смотрите, и идем на то большое дерево. Запутались в флажках. Да. Сыр успеем сделать. Спасибо, ну или творог. Давай. Как пойдет. Так. Давай, сенсеем мне. Это мы... Сенсей. Наставник. Виктор Пантелеевич, а давай не будем систему, у нас столько продуктов, нам систему будут отмечать. Вы что, год собрали здесь? Да, смотри, у нас как классно.
Евгений, блин. Ох ты, елка. А, ну, ага. Давайте, три мужика, три девочки, блин. Берем на эти самые. Поварено. Нет, давай сейчас, сумки, я в нее. Виталик, тебя перенести. А девчата специально кроссовки не снимают, чтобы их носили на руках. Виталя, спаси ее. Я не пойму, я знаю. Да нет, прическа в порядке. Давай. Прическа в порядке. Yes. Серега, держись. Так. Так куда он едет? Они должны. Виталик, у него моя девушка или что? У него ногти большие, он не скользит. Чего он ее носит? У него ногти большие, он не скользит. Ветеран труда. А, вот сюда. Стой, дай сюда карту. Виталя, повернись. Так они застыли. Вот, Юра еще уже пришел. Юра, водитель. Прописываем, смотри. Сейчас, подожди. Эдуардович, ты сначала билет покажи. Там передай. Оплата. Вдвоем там? Там? Вот здесь. Здесь. А вот переодевалка, смотри, вот женская, вот мужская. Вот. Справа женская, слева мужская. А через дорогу справа. Да. Заходите. Вот здесь женская. Вот это бассейн. Вот это бассейн. Там люди здесь сидят. Холодная вода, мужская. Ну что слово? Как у нас? Не, хорошо. Хочу мырить. Не, классная водичка. Вот это теплые источники. Это самая нормальная вода. Нет, та водичка горячая тоже хорошая. Горячая не только. Просто чтобы знать, что Я в величике был тоже, там висится, я еще раз вернусь. В величике я был с женой, там вообще классно, такой бассейн классный. Большой, раза 4, наверное, больше, чем это. Вода теплее. Ты был, по-моему, когда мы там, помнишь, купались на источниках там? Да. Там так классно было. Так, душевые были.
На лежаке только лежат. На лежаке полотенце. Сейчас я это побреюсь. Какуя? Да у тебя тут это самое. Жаркий такой. А можно так? Спроси. Одевай. А он водички наливает. Не, одевай. Подожди. Там где-то чую, я попадаю. А? Пантелеич хорошие слова сказал. Говорит, пойдемте. Пойдемте, да. Продлим. Вам помочь. Я проверю людей, да. Вот давай, давай. Юрик, тебя перетащить. Юрик, тебя перенести. Нет. Я хотел Тут уже по воде прошли. И нам с тобой поссориться нельзя, потому что мы все пролетели. Потому что мы все такие же, как сейчас. Сейчас я поделюсь. Я всегда буду с тобой. Почему-то я не знаю, хотя знаешь, что ты проходит, но влюбленные глаза не из того, что происходит. А мама, ты сейчас это боятся его потерять. Вот если они приступили ощущать. И сколько есть. Да, давай. Я сидел один на краешке на 10, мечтами о том, что может быть сюрпризом. Ну, достаточно реальность. Мои вас подела кровь. Оказалось, навеки. Я забыл, что значит любовь. В жизни так бывает, что любовь приходит вновь. Только пламя догорает и не бьется в венах кровь. Да так бывает, любовь умирает, и манит опять, манит, но непонятно удачу, что все тепло, холод в глазах. Видишь слова, страх перед болью от старых потерь, откровенно любви, захлопнута дверь. Теперь, когда в сердце не дождь огня, теряется смысл каждого дня. Дрожа зно под живых ветров, светающую доверие, не будешь слов. И вложен в руку, и милый, и родной, почему нет любви? А то ли простой. Жизнь не так бывает, что любовь приходит вновь. Только пламя догорает и не бьется в венах кровь. Не поперло вот это вот. А я в гору лезу, как дикая коза. От татуги вылезли на лоб мои глаза. Дыбом поднялись, даже волоса. Что туризм хороший, вот я бы не сказал. Мама, а я лезу боком, мама, а я лезу раком, ох, мам. Я лезу в гору сам. Лезу, ой-ой-ой, а не долезу, черт с тобой. Ох, и тяжела ж моя судьба, мама. А гора все выше, и подъем сложнее. Из-под ног катаются груды камней. Прыгаю, как козлик, с уступа на уступ. И все выше поднимаю будущий свой труд. Мама, а я лезу боком, мама, а я лезу раком, ох, мам. Я лезу в гору сам. Я лезу, лезу, ой-ой-ой, а не долезу, черт с тобой. Ох, тяжела ж моя судьба, мама. В ваших турпоходах счастья не видать. Вечно подыхаешь, вечно хочешь жрать. Эти ваши горы я видал в гробу. Ваши турпоходы я больше не пойду. Ой. Мама, а я лезу боком, мама, а я лезу раком, ох, мам. Я лезу в гору сам. Я лезу, лезу, ой-ой-ой, а не долезу, чёрт с тобой. Ох, и тяжела ж моя судьба, мама.
пишу я смс без единой запятой. Дорогая мама, забери меня домой. Надоела мама лазить по горам. Забери меня скорее, дорогая мама. Мама, а я лезу боком, мама, а я лезу раком, ох, мама, я лезу в гору сам. Я лезу, лезу, ой-ой-ой, а не долезу. Черт с тобой, ох, и тяжела ж моя судьба. Мама, я ее помашу рукой. Что ты хочешь, да? Не жалею, что же будет, как придется, но я знаю, что когда-нибудь один из дней все вернется, а Мерзадрина опять вернется. Завтра еще и года, и надежда, и тепло, друзей. Так поскучаем, да чтобы радость с ней была минута нашей встречи, а она еще не за горой. Но весною из полета возвратятся утки, стосковавшись по озерам с голубой водой. Я помню, давно учили меня отец мой и мать лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять, но утки уже летят высоко. Летать так летать, я им и помашу рукой. Летать так летать, я им и помашу рукой. Летать так летать, я им и помашу рукой. Вместе с его девочка Баи рядом жива и хулиган. В нашей двери нету ноги. Я не буду.
Да нет, ничего я не делаю. А я в арбузе уже перепал. Да что ты, этот поход категорию? Набрали, кого надо, не надо тогда. И кто ходит по ходу? Ну сказали, что да как. Нет, давай. А вам дали хоть какое-нибудь свидетельство? Леха, дай мне, блин, подойду. Которая не пошла ни к аттестации плюсом. Так нагнали туда, вот. Виларионовна ходила. А вот. А? И наоборот, пёр. Так, сахар посыпь. Посыпь, давай. А вам сахар не делает. Да зелёный как этот. Конечно. Это дюже яркое. Это пизда, ничего тут такого. На речку, на рыбалку. Морик на себя не похож. А что за река такая? Да, конечно. Кубань, что ли? Да, что? Это этот, Куршавель. А, вот Крым хорош. Вот на вот этой, на первой стоянке. Я же, вот где бисерный храм. Вот он, бидон как бы, ну, смотровая. На дороге тоже. А? Ну, на дороге. Ну, она качество хорошее. И все здесь просто практически. Помидоры? Подсадить. А, вот. Конопья, не надо это тебе. Надо же, чтобы она отвиселась. Да, отвиселась. Отвиселась, и мне палку туда. Ну, вон посередине, да. Смотри, между веревками. Смотри, с левой стороны скраб. Этот. Краб второй. Отстала. Там же, там же. Она в коромке нарисована. Стоп, раз, вот сюда. Пойдешь. Да мы никуда не уходим, видишь, что я делаю? Держи его, Юрик, держи его, Арисус. Я не знаю, за что держаться. Отлично, давайте. Второй скраб, Даня. Скраб. Оттуда я. Не, я. О, кстати, можно было веревку, да? Ну, отсюда. Отпустить, да. Не знаю, что вы это. Ну, это же надо было подумать, понимаешь? Да. Аккуратно, Лариса. Нет, что-то не то. Грузики надо. Нет, я растяжка. Подождите, у нас же все заготовки. Редактор Косякова. Доброе утро. Козий сыр или вкусный. А, это вот это где? И на вине. Ну, в Запорожье, да. Самый Запорожский. Москалик, да. Делает там какой-то. Москалик, да, там делает. Еще есть с перцем экспериментальный. Сильно мелкий делает. А что ты с перцем? Надо с перца начинать. Кто-нибудь пробовал? Хороший, да. Он экспериментальный. Мелко делает. Мелко? Конечно. Ну ладно, буду держаться сколько смогу. Да нет. Юрик там, а он сидит там, знаешь, его. Надо им эмблемы рисовать. Вот у меня где я рванул? Магазин. Полотенце.